Манекен Групп. Представляет. Вы видели, как она пошла, наша красавица, а? Больше 120 уважать не получилось. А должны? А должны, чтобы получилось? Вы понимаете, что? Что это за машины? Какое у нас сокровище? Каким мы сокровищем обладаем? Понимаем, конечно, Вася. Ни хрена ты не понимаешь. И ты ни хрена не понимаешь. Эти машины до войны гран-при. Гран-при брали в Европе, а мы их завести не можем. Василий Васильевич, ты меня послушай. Это ты меня послушай. Мы привезли из Германии настоящее сокровище. Это лучшая машина в мире, понимаете? В мире! А завести не можем. Товарищ Сталин, двигатель заработал, но он не тянет ни хрена. Мощности у него не хватает. Вы же видели, по прямой проехали несколько раз. И все? И все? И все? Так разберись! За кого? Разберись! Ты же руководитель спортивной команды. Вот и руководи! 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 Вася, ну не горячись, послушай меня. Наши техники эту машину как любимую бабу изучили. Карбюраторов, что на 12-цилиндровый, они до этого в глаза не видели, Вася. Но не делали у нас технику такого уровня. Понимаю. Только видно, у нас руки не с того места растут, раз ничего не можем. Товарищ Сталин, топливо наше тоже не подходит. У немцев, видно, какой-то секрет был. И управлять этими машинами никто не может. Передние колеса при запуске так ходуном и ходят. Как немцы ими управляли, я до сих пор понять не могу. Что хочешь этим сказать? Что немец умнее нас? Врешь. Мы войну выиграли. Вась, ну... Мы войну выиграли. Так что, значит, не глупее немцев будем. Не кипятись. Весь вечер слышу эту песню. Не кипятись. Вы мне решение предложите. Загубим. Чёртовой матери. Чувство такое, что будто бы живое существо убиваем. Девушку невинности лишаем. Василий Васильевич. Брось, не говори больше ничего. У меня предложение есть одно. Василий Васильевич. Давай. Только я не знаю, как вы на него посмотрите. Давай, говори, хуже не будет. Нужно эти машины назад отвезти. Куда, брат? В Германию. Зачем? Нужно разыскать этих конструкторов, у которых машины отняли. Найти их и заставить, чтобы они двигатели наладили. Жить без мамки.
все, Дагаев. Жми на аэродром. Соколов, готовь машины. Летим вместе в Германию. Срочное донесение, товарищ Сталин. Валя, я все сказал. В этой жизни есть более глобальные проблемы, чем прохудившиеся пиджаки. Иди. Не любит новые вещи. Не приучен к женской заботе. Это потому, что овдовел рано. Бедный мой. Была бы я не обслугой, а женой твоей законной, я бы смогла. Потихоньку бы тебя приучила. Ты бы у меня щеголем ходил. И подожди, уходи. Было произведено тайное расследование по поводу доставки тайных грузов товарищем Сталиным В. из Германии. Установлено, что Сталин В. хочет создать команду автомобильных гонщиков СССР. С этой целью два гоночных немецких болида, известных под названием «Серебряные стрелы» и участвовавших до войны во многих европейских соревнованиях, были незаконным образом изъяты у немецких конструкторов и загружены в личные самолеты Сталина ВЭИ Си-47, после чего доставлены в Москву на Хадынский аэродром в разобранном виде. По прибытии на Хадынку автомобили спрятали в ангаре, где механик и команды, личный водитель Василия Сталина, тайным образом принялись за сборку автомобиля. Адъютант Дагаев и начальник отделения физической подготовки ВВС МВО Соколов не раз выезжали в Германию по приказу Василия Сталина, где закупали для ВВС МВО специальный инвентарь на большие суммы. В данный момент люди Василия Сталина постоянно проводят испытания собранного ими немецкого автомобиля. Николай Сидорович. Слушай, товарищ Сталин. Приказываю действовать в условиях строжайшей секретности. Понял, товарищ Сталин. Подготовь людей и отправь их этой ночью на Хатынский аэродром. Там, в одном из ангаров, хранятся немецкие гоночные машины. Изъять их и отправить обратно в Германию. А людей, находившихся в этом ангаре, отправить на допрос. Слушаюсь, товарищ Сталин. Не торопись. О существовании этих машин приказываю заметить. И все докладывать мне лично. Есть! Вот что мой сын поганец придумал. Потопил себя. Собственном вранье потопил. Дураком меня выставить решил. Всему миру. Хорошо. Теперь я решу твою судьбу по-другому. В глаза смотрел. Как
Как же я мог поверить в такую красивую ложь? Потому и поверил, что красиво выглядела. Мой сын первый космонавт, а мой сын простой врали вор и бабник. Почему мне так стыдно? Никому не признаешься в таком. А Васька не устыдился мне в глаза смотреть. Гнилое семя. Воздуха не хватает. Руки опустились, словно свинцом налились. Все не так. Не так должно было быть. Слушаю, товарищ Сталин. Свяжите с Лихачевым. Пусть машину покажет. ЗИС-115. Когда? Когда? Сегодня. Прямо сейчас. Понял. Лихачев Иван Алексеевич, русский, директор автозавода имени Сталина. Родился в семье крестьянина, был рабочим Путиловского завода в Петербурге. В годы Первой мировой войны матрос Балтийского флота, затем красногвардеец, командир Красной армии, сотрудник ВЧК. Учился в Горной академии и в Электромеханическом институте. Слушаю. Товарищ Сталин к тебе едет. Ты готов показать ЗИС-115? Да. У тебя все готово? Точно? Да-да. Ну, тогда встречай. Слушаюсь. Понял? Понял вас. Ждет для инструктажа шофера. Так конец смены, товарищ Лихачев. Никого нет. Да кричи, ходи с земли, достань! Ну давай, 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 собирай всех водителей, кто остался. Борис, ты куда собрался? Домой. Я тебя не отпускаю. Так ведь... Скоро 7 вечера, товарищ Лихачев. Приказ из Кремля. Давай, говорю, времени нет. ЗИС показываем. Когда? Ты что, оглох? Прямо сейчас. Как? Мне ж переодеться надо. Я же... Посмотрите, в каком я виде.
перед товарищем Сталином? Я... Какой вид? Проходи инструктаж и садись на ЗИС. Я ж по раскладке на Пакарде должен. Ну, прекрати разговаривать. Сядешь на ЗИС, тебе говорю. Товарищ Лихач, кому передать флажки? Какие флажки? Вот эти флажки. Сами приказали поставить на капот машин красные флажки. Раздай водителю. Держите. Водитель, на ЗИС 115. Ты видишь? Я. Значит, руки с руля не убирать, ни на секунду, понял? Понял. Если товарищ Сталин захочет сесть в машину, смотреть в одну точку, вопросов не задавать, диверсии не устраивать, понял? Понял. Машину. Садись в машину. Что стоишь, как? Чемодан. Давай сюда. Пошел. Садись. Смотри у меня. Все, понял. Сиди, жди. Вот вляпался. Ах, дурак я, дурак. Господи, руки-то я так и не отмыл. Ну надо ж, тут Сталин сейчас придет. А у меня ногти грязные. Я мечтал рубашку белую надеть. И галстук специально купил. Галстук хороший, правда, с искрой. Эх, когда он теперь пригодится? Ох, дурак я, дурак. Связался с Васькой. Машины-то эти немецкие. Они ж ворованные, поди. Ваське-то ничего не будет. А меня загребут. Ох, загребу. А может, не загребут. Я ж не по своей воле. Скажу, что, мол, меня заставили. Да. Они мне скажут, а что ж ты, старый черт, не доложил, куда надо? О, нет, точно. Или попрут с завода, или загребут. Вон. Идут уже. Товарищ Сталин идет. Маленков. Хорошие ходовые. Берия. Хрущев. Прошу. Господи, пронеси. Пронеси. Испытательному обстрелу на соответствие высшей категории защиты. Стекла. Пулестойкие. Чего это Лихачев все в мою сторону кивает? Неужто рассекретили для меня? Как видать, рассекретили. Кто-то донес, что я в ангаре немецкие машины налаживаю. А как я мог отказаться? У Василия Сталина власть. Эх, чуяло мое сердце, что-то здесь не так. Теперь турнут меня с завода. Как видать, турнут. Это еще полбеды, руки есть, не пропаду. Не дай бог, если что похуже. Опять на меня показывает. А товарищ Сталин головой кивнул. Как пить дать, пропаду. Готовы приступить к серийному производству. С нетерпением ждем вашей оценки, товарищ Сталин. Не желаете посидеть в салоне? Очень удобный салон. Кресла кожей обиты. Здрасте, товарищ Сталин. Попробуйте, удобно ли вам сидеть сзади. Может, укажете на какие-то недостатки? Люди ждут вашей оценки, товарищ Сталин. Не желаете прокатиться? Курбатов заводи. Есть. Смотри. Сейчас.
Машина... Машина хорошая получилась. Видно, что постарались. Вот и еще одна маленькая победа. Завтра будут новые достижения. Вот он, технический прогресс. Оживает наша страна. Зарубцовываются людские раны. Но нет в моем сердце радости. Васькин поступок словно разлазил в моем сердце какой-то важный механизм. Нужно найти в себе силы людей похвалить. Запел. Надо же. Ой, мне ж велели не разговаривать. Так он первый поздоровался. Невежливо было молчать. Сталин подумал бы, что я какой-то дефективный. Понравилась ему наша машина или нет? Непонятно. Поет? Поет, значит, понравилось. Ну и слава богу. Рады стараться. Вроде меня пронесло с этой историей. Не такой товарищ Сталин строгий, как все о нем говорят. Он даже Лихачева не отругал, что их в такой грязной одежде. Под Америкой считают нас медведями из дремучих лесов. Наш народ талантлив и велик. Сталин, удобно в салоне сидеть? В салоне очень удобно. Свежей кожей пахнет. Хорошая машина. Спасибо, товарищ Сталин. Ну, как бы машина хорошая не была, нам нельзя остановиться на достигнутом. Отстаешь ты, товарищ Лихачев. Ну, давай разберемся. Какое у нас сейчас время? Мирное, товарищ Сталин, рабочее время. Это правильно. Но время у нас еще и спортивное. Спортивные победы необходимы нашему народу. А у нас здесь чего ночного нет. Нет никаких спортивных машин. Нет, товарищ Сталин. Победы свои гоночные машины имеют. И москвичи тоже. А на ЗИСе чего гоночного нет? Это нехорошо. Что думаешь? Нехорошо, товарищ Сталин. Если я дам распоряжение проводить соревнования по заводам. У вас и показаться нечего будет. Завтра ждем команду, товарищ Сталин. Будут на ЗИСе спортивные машины. Молодежь, надо увлечь спортом. Духом соревнований. Надо организовать на заводе бюро спортивных автомобилей. Я думаю, члены политбюро меня поддержат. И по каким правилам будут проходить эти соревнования, товарищ Сталин? Эти соревнования будут проходить по нашим заводским маркам. То есть по нашей собственной советской формуле? Да. А что? За это не грех и выпить.
а? Объявите благодарность на завод рабочий. За машину. Я доволен. Почти. Слушай, что я читаю. Обошлось. Нашли? Нет, ни хрена. Гоночные машины. Какие машины? Немецкие. Сам знаешь, раз охранял. Нет, здесь ничего, сами все видите, что я. Вижу. Вижу. Куда вы их увезли? Я ничего не знаю. Мне велено охранять ангар. Никаких машин не было и нет. У нас приказ товарища Сталина конфисковать гоночные машины. А ты препятствуешь выполнению приказа. Конфискуйте, что хотите. Ничего не знаю про машины. Тебе придется проехать с нами. Я никуда не поеду. Я на охране объекта! Машину его. Бегом! Я никуда не поеду. Я не виноват, я! Я что, охранял объект? Не было приказано! Ты остаешься здесь, на охране объекта. Пока не выяснятся все обстоятельства. Есть. Выполняйте. Немецкие конструкторы-то оказались-то головой, спасли нашу красавицу. Не машина будет, а самолет. Представляешь, молодец, Соколов. Молодец, что мы полетели в Германию, ах. Ты представляешь, почему не заводилась наша машина-то? Понимаешь, потому что они в Германии, в топливо, Вася, бензина вообще, ты понимаешь, Вася. Бензина не добавляет, а только касторовое масло, только еще... Вася, ты меня слышишь? Что ты хочешь сказать? Что случилось? Что не рад нас видеть, что ли? Что случилось? Что? Федерация автоспорта выпустила постановление, в котором говорится, что все соревнования должны проводиться на наших отечественных автомобилях. Ты что такое говоришь-то? Какие наши отечественные гоночные автомобили? Ты чего? Согласно новому постановлению, наши СС, серебряные стрелы, не имеют права участвовать в соревнованиях. Какое постановление-то?
Какие категории? Сейчас у вас сошли. Мы же никогда не сможем участвовать в соревнованиях. Наша страна, она же никогда не сможет. Отцу. Пока вы были в Германии, в ангаре был обыск. По приказу Сталина. Товарищ Сталин, я говорил ему, что вы не велели. Отец, это очень важно для меня. Ты в курсе той директивы Федерации автоспорта? Я не намерен сейчас разговаривать. Тебя вызовут, когда надо будет. Отец, ты в курсе? Я всегда в курсе всего. Так значит, это ты. Хорошо, что мне смотришь в глаза. Где машины, которые вывез из Германии? Отец, я готов все объяснить. Поздно. У тебя была такая возможность. Ты не понимаешь. Я хотел показать результат. Это ты ничего не понимаешь. Какое ты имеешь право, мой сын, действовать как вор? Отрывать и мой авторитет. Я авторитет всей страны. Я учил тебя скромно жить, но честно. Ты ничего не понял, даже в досыдых волос. Ты мой сын. Ты должен жить так, что никто не смел упрекнуть тебя. Я мечтал создать в нашей стране сильную команду автогонщиков. Красивая мечта осуществляется красиво. Все могло бы быть по-другому. Если бы ты меня не обманул. Бедные мои, бедные. Души друг другу рвут, словно малые дети. А все от любви. Мало ее видно. Или слишком много. Не нам с вами судить. Но ничего. Бог велик. Он даже малую печушку оберегает. И нас обережет от напастей. Васеньку жалко. Сердце разрывается. А его жальче. Хоть он и самый сильный и мудрый. От своей силы и мудрости он больше всех и страдает. Почему же мы так сильно мучаемся всю жизнь? Мучаемся и мучаем наших самых близких. Все пройдет, пройдет. Поплачь, родной, поплачь. Когда слезы есть, это хорошо. Спаси и сохрани всех нас, грешных. Иосиф Виссарионович. Что еще? Говорите. Василий Иосифович приехал пустить
Он уже давно здесь. Пьяный? Нет. Хороший пришел. Зайдет. Есть, товарищ Сталин? Я прощал вас, любую глупость. Закрывал глаза на его подвиги. Докладывали, как он на самолетах над домами девиц своих круги нарезал. А я все прощал. Отец? Отец, отец, ты слышишь меня? Ты извини, если я помешал. Просто я хотел... О чем-то мне попросить? Я хотел повидаться с тобой. Здравствуй. Я хотел узнать, как ты. Все говорят, что ты в плохом состоянии, но я не верил, хотел убедиться лично. Меня не пускали к тебе больше часа. Как ты? Как я? Я хорошо. Час назад сел в арща. А тебя не накормили? Я отказался. А что так? Расстроился, что не предложили выпить? Зачем ты так? А как? Думаешь, я ничего не знаю? Все успокоиться не можешь. У тебя виски сиди, Вася. А тебя обуревают страсти. А кого они не обуревают? И о чем? Почему не смотришь в глаза? Смотри в глаза. Я смотрю. Что ты хотел сказать? Разве тебя, отец, не обуревали страсти? Возможно. Но я никогда и никого не предавал. А чем ты? Знаешь, я лучше пойду. Что? Побоялся услышать правды? О чем ты? Не предавай меня, Васька. Сейчас. О чем ты? Люди иногда предают друг друга, не понимая этого. Отец, я никогда тебя не предавал. Правда? А помнишь это? Если чисто, ты предал тогда меня, Васька. Предал. Скажи правду. А как я тогда нуждался в тебе? Своем сыне. Вот о чем. Хочешь правды? Я помню то лето, 36-го. Котенка того несчастного помню. Помню, как мне было грустно, одиноко, я хотел прибежать к тебе. Покаяться, повиниться. А ты, мой великий и любимый Сталин, мой отец. В объятиях Вальчики Истомины. Что ты говоришь? Я помню. Садись. Ты действительно просто хотел повидаться со мной? Да. Я действительно хотел повидаться с тобой. Хотел убедиться лично, что ты в порядке. Убедился? Я рад, что мы повидались. Теперь я смогу сказать дома, что
Ты в порядке, что слухи слишком преувеличены, что ты в прекрасной форме. Отец... Я так и не видел твоих детей, моих внуков. Как они? Хорошо. Растут. Наденька совсем уже невестой стала, а Сашка... Сашке характер проявляется весь в меня. А Капитолинина дочка? Линушка? Линушка прекрасна. Ну, Линушка, отец и моя дочка. Я ни от кого не скрываю. Я считаю ее своей. Хорошо. А Капа? Капа, отец, это счастье мое. Знаешь, я уверен, что она никогда не предаст меня. Думаю, Капитолина Георгиевна, тяжело пришлось. Капа говорит, что я прекрасный муж и прекрасный хозяин. Прекрасный муж, пока не выпьешь. Ты говоришь, что ты не видел внуков. Хочешь, я привезу их? Нет, не надо. Не привози. Да надо было делать раньше, Вася. Я не могу быть сейчас сентиментальным. Я не могу позволить себе это. Расслабляться. Хочу попросить, чтобы ты забрал этот крестик. Я оставил у себя. Столько лет прошло. Почему ты сейчас об этом говоришь? Пусть этот крестик спасает тебя на земле и воздухе. Со мной все будет хорошо. Пока жив ты, мой отец. Вот возьми. Что это? Возьми деньги. Ты обижаешь меня, я не за этим приехал сюда. Это я не для тебя даю, а моим внукам. Пусть они купят, что хотят. Скажи, я дедушке. Хорошо, я передам. Знаешь. Товарищ Сталин, конверт доставили. Срочно. Я пойду, отец. Не буду тебя отвлекать. Хотел просто повидаться. Подожди. Оставь нас. Это я подумал, попозже разберусь. Есть, товарищ Сталин. Всю свою жизнь я хотел только одного. Хотел, чтобы мой отец, великий Сталин, гордился мной. Увидимся. Еще встретимся. Он здесь один, словно заложник собственной судьбы. Отца окружает жалко кучка прихлебателей, лжецов, льстецов. Какие мерзкие глаза. Все в порядке, Васильевич? Дверь в другую сторону открывается. Без тебя знаю.